Подпишись на Сердюк Лайф. За Терриконом прилет. Житель у нас услышал, что вернулся домой. Пойдем, сейчас я тебя накормлю. Пойдем, пойдем. В общем, сейчас покормим собачек. Пойдем, пойдем. Пойдем. Лунки нет, да? Где наша Луна? Луна где? Луна. Иди сюда, будем кормиться. Пошли туда, сейчас будем тямкать. Пойдем. Сейчас накормим собачку. Проголодалась. Вон миска есть какая-то. Сейчас накормим, да? Водичку вот так плыли. Опа. А ну держи. Вот так. Тямка. Где Луна наша, а? Луна где? Покормим. Дадим тебе мяско. Кушай, кушай, не торопись. Покормили собак. Люди бросают животных своих, к сожалению. Не забирают. Ошейник где-то был у нее, уже слетел. А может зацепилась, а может кто-то снял. И вышли покормить собачку. Лунка еще где-то здесь бегала. Луночка. Луна! Луна, Луна! Пока Лунку звал, уже и это с рук выхватило. Собака услышала выстрелы, насторожливо посмотрела, как реагируют уже на обстрелы. Кушай, кушай. Уже подкармливают ее здесь. Тямка, тямка, молодец. Она такая голодная, что косточки целиком глотает. Он опять бахает. Давай, сейчас мы тебе еще это... Вылем, потямкаешь. Вот так мы тебе покормим супчика. Дадим тебе. Пес. Кушай. Кинем хлебушка, пускай так. Вот. О, чуть-чуть разбухнет сейчас. И все, и уже не будет голодно. Я думаю, на какое-то время, на первые дни хватит. Кушай, кушай. Хороший. Молодец. Шикарный пес. Молодец. Ну а что, необходимо подкармливать животных. Прибился возле подъезда, живет. Тут уже все бурьянами позарастало. Блин. Ну ладно, друзья, оставайтесь на связи. Дальше будет видео. Когда делал полы, плитка с кухни переходила в зал. У меня никогда я не хотел, чтобы было порожков. Как я заморочился? Я сделал... Стык без порожка, без алюминиева, там накладки такие, знаете, вот есть, ложатся шупыты. В общем, я заморочился так, подгонял плитку линолеум, это не паркет, это не ламинат, это линолеум. Хотели ламинат ложить, но по эксплуатации, по другим съемным квартирам поняли, что просто он не нравится лучше. Решили положить линолеум. Во-первых, чуть немножко дешевле, контрастность, качество, блин, хорошее. И, ну, в общем, и сделали вот так вот, я заморочился. Может, вы понимали. Вот так вот. Порожка почти нету, тут заподлицо. Линейку вот так ложишь, его практически нету. Это так заморачивался, делал ремонт. Это такие силы вкладывал, когда ты еще в спальне ловишь этот стык. И чтобы вы понимали, у меня здесь тоже нету планки, алюминиевая порожка. Я заморочился, переход между луткой, переход, да? Я вот сделал вот часть спальни,
Это зал, переход. Вот, порожка нету. Я сделал такой стык. Вот такой вот ровненький. Переход. Сейчас телефон так поставлю. Смотрите, переход. Вот такой вот уровень поймал я. Я линолеум вывел настолько, что у меня переход вот этот. Для чего я это делал? Рассказываю. Когда детки маленькие начнут ходить, ползать, чтобы они коленочками вот тут здесь не забивали, не сбивали ни коленки, ни ножки, ни пяточки, ни пальчики свои, не забивали об эти порожки, а переступали. И еще, когда на ходунках ездили, чтобы они гоняли вообще абсолютно везде, чтобы у тебя была ледовая арена. Вот так, везде. Погнал, 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 погнал. Заезжает со спальни, заезжает в кухню, вот так. Порожков нету. И вот, чтобы вы понимали, это плитка. Вот плитка, да? А это линолеум. Порожков нету. Едем дальше. Заезжаем в ванную. Порожков нету. И так само, начиная от самого порога, мы поехали по ледовой арене, по всем комнатам. Пока жду человека, встретил такого голубя. Ходит, наверное, проголодался. Решил его покормить, набрал водички и хлебушка. Сейчас покидаем ему. Ну, держи, покушать, может, голодный, совсем молодой. Или отбился от стаи. Будешь кушать? А пить? Клюй, еще не понимаешь, надо дзёбиком клевать. Давай, давай, собирай. Кушай. Чик-чик. Луночка, девочка. Ну все, куколка, пока-пока. Охраняй квартиру. Давай, будь хозяйкой, будь хорошей. Моя ласточка такая. Ну вот так. Загорает, лежит на солнышке, греется, все. Давай, пока-пока. Пока-пока, Луночка, охраняй. Охраняй, накормил. Все, скоро буду.